Всем здравствуйте, друзья! Вы находитесь на канале «Жизнь на юге Англии». Сегодня у нас 3 августа, вторник, 2021 год. И сегодня, не удивляйтесь, но я хочу вам показать одно из своих старых видео о пробас-клубе, в котором состоял мой муж до самой смерти и который мы с ним вместе посещали в течение 5 лет. Итак, друзья, давайте посмотрим. Тем, кто еще не видел, предлагается это видео. Сказать вам немножко поподробнее вот про пробас-клуб, в котором мой муж состоял. Там всего 50 человек, мужчины только, потому что клуб был традиционно английский. А если английский, старинный какой-то клуб, то там никаких женщин, а члены только мужчины. Значит, называется клуб Пробас. Клуб. Он, в общем-то, распространен по всей Англии. Показываю вам одно из рождественских пати с этим клубом Пробас. Вот у меня спрашивают, почему я 5 лет знала этих людей. Почему я туда сейчас не хожу, а было бы, наверное, интересно и все такое прочее. Да, конечно, было бы интересно, я бы с удовольствием ходила. Но, во-первых, история такая, что вот жены туда приходили обычно только с мужьями. Это же, понимаете, не я была членом этого клуба, а был мой муж. И вот на какие-то вечеринки приглашались пары. Вот, и они брали с собой жен, но это было, ну, частенько, так скажем, 2 раза в месяц точно было. Ну и потом мы ходили на прогулки, это было в четверг каждую неделю. Ну, если уж совсем плохая погода, то не ходили, а так каждую неделю в четверг мы ходили на прогулки, все время в разные места. Это тоже так у них интересно происходит. Специально ответственный человек за вот эту вот прогулку. Он разрабатывает маршрут. Каждую неделю новый маршрут. Вот именно на острове, на нашем Isle of Wight. Он обзванивает уже всех, кто записался заранее, кто хочет гулять. Обычно таких людей не очень-то и много. Они все, в общем-то, известны, любители прогулок. И вот он говорит, что в этот четверг мы едем, допустим, вот на Севью. Гуляем там по окрестности. Ну, это я к примеру говорю. Обычно мы ездили даже в такие деревушки, которых я сейчас и найти, так, к сожалению, сама не могу. Ну и примерно вот эта прогулка, она как происходила. Все, кто соглашался ехать с утра, там договаривались к 9 часам, допустим, встречаемся в таком-то месте в 9 часов. Обговаривается, все знают это место прекрасно, но обычно это рядом с каким-то пабом, с баром. Вот. И все туда подъезжают на машинах. Значит, выходят из этих машин, переобуваются, одевают какую-то удобную обувь. Кто-то, может быть, палку с собой берет даже, чтобы опираться. Вот знаете, вот эти вот такие бывают прогулки с палками. Вот, шляпы там, какие-то термосы. В общем, все собираются, ждут остальных там, я не знаю. Но обычно нас было... Я всегда ходила. Муж мой ходил тоже, но чаще всего он оставался в баре, просто ждал, он не гулял. Встречаемся, ждем всех, пока все подоспеют. Это было обычно человек 10-15. И потом вот пошли пешком. И обычно ходили не просто, вот как я сейчас иду, видите, вот по дороге, по такой. Нет, они знали какие-то тропы такие вот. Между деревушками специальная прогулочная. Она, я вам тоже часто показывала. Есть такие, называются walking place, public place. И вот по таким вот улочкам очень красиво мы гуляли, фотографировались, все. Вот, значит, примерно где-то 2 часа. Там у них как это было предусмотрено? Длинный маршрут 2,5 часа и короткий маршрут на час меньше. То есть это было вот так вот, знаете, эта дорога проложена, чтобы пройти по кругу, не возвращаться и вернуться опять к тому же самому месту,
сделав круговой вот такую вот прогулку. Я где-то часов в 12, начало первого, смотря как мы там шли, каким шагом, мы возвращались опять в паб. В пабе уже было нам заказан обед. Опять же, вот этим вот организатором мы все собирались. И там все вместе обедали уже довольно долго, где-то часов до 4-5, разговоры. А разговоры обычно ни о чем, о погоде, о том, кто какое блюдо себе заказал. Ну и всегда все это очень доброжелательно было и весело. Это я включила специально для вас некоторые фотографии, которые у меня сохранились. Но это просто вечеринка «Пробас-клуб». Очень классно, мне нравилось, я всегда ходила. Я-то, в общем-то, почему рассказываю так подробно, потому что меня спрашивают люди, что за клуб, Пробас-клуб, почему вы туда не ходите, и как вообще вот у них это все организовано было, вот интересуются, потому что мы с Пробас-клубом праздновали обязательно на Рождество. Это все та же вечеринка на Рождество. У меня сохранилось, к сожалению, мало фотографий. Потом день рождения королевы обязательно. В общем, вот такие вот какие-то, знаете, памятные даты всегда собирались вместе. Дальше еще вот у них была такая классная история, что они даже тоже дважды в месяц у них опять все тоже собирались. Это у них было тоже все озвучено. Значит, дважды в месяц. Там кого-то приглашали из своих же членов, просто чтобы человек подготовился на той работе, на которой он вот когда-то занимался бизнесом. Он делал такую лекцию. Даже частенько приносил какую-то камеру, показывал типа слайды, что-то такое, и рассказывал. Некоторые, как вот у нас был учитель истории один, вот Джон, кстати, из нашей компании. Нашла вам опять фотографию. Справа Джон, учитель в школе. Посерединке это Дафна, о которой я вам рассказывала, тоже очень хорошая знакомая моего мужа. И вот этого мужчину я уже не помню. Он рассказывал очень много тоже всяких интересных исторических фактов. Это было классно. Вот. Ну, а я уже туда хожу, не хожу теперь не потому, что я не хочу, я бы с удовольствием, а потому что, как я сказала, я не была членом этого клуба, и когда умер мой муж, ну, они меня пару раз, по-моему, приглашали, что-то такое на Рождество, вот иногда как-то приглашают, но я, к сожалению, была занята, я была в России на Рождество, и получилось так, что они, в общем-то, и перестали. Потом я переехала, и телефон потерялся. Ну и я как-то так выпала, как говорится. Ну и вообще у них, вы знаете, как-то не особо принято, потому что я же говорю, очень этот клуб очень популярен, и там люди ждут по 10, по 15 лет очередь, чтобы попасть и стать членом этого клуба. Поэтому, знаете, еще жен умерших членов приглашать, то там места всем не хватит. Что еще было в этом клубе, помимо того, что я уже сказала? Еще третья такая у них была вещь, вообще грандиозная. То есть вот те, кто занимался съемкой, вот такой вот. А вы же знаете, что это вот мы только начали сейчас все это осваивать, вот показывать видеофильмы, все. А у них-то, у иностранцев, вы же, наверное, помните, когда к нам куда-то в Санкт-Петербург приезжали, эти все иностранцы, они же были увешаны просто камерами, фотоаппаратами и всем остальным прочим. И поэтому у них было очень много таких, которые занимались этим практически профессионально. Вот, в частности, мой муж тоже, по-моему, вам рассказывала. Я сейчас просто очень жалею, что я не взяла его коллекцию вот этих всех его фильмов. Там у него было столько много. Во-первых, у него было 3 камеры Sony. Но они все вот такие уже как бы устаревшие модели. Это не диджитал камеры, а обычные там с пленочными вот этими вот кассетами. Но тем не менее, вот эти все пленочные кассеты. Потом он стал на диски переписывать уже так в более современном виде. И вот у них тоже была вот такая история, что это типа еще один клуб в клубе видеолюбителей. Вот они каждый год
кто где был, в каком месте отдыхал, привозили оттуда видео, потом они его монтировали, озвучивали там все это. И вот каждый по очереди, тоже каждую неделю, тоже было такое объявление у них там, что сегодня показывает там, допустим, там Джон Смит свой фильм, вот как он был в Китае или где-то там еще, ну понимаете. Кто желающие, пожалуйста, приходите. Вот приходили, помимо тех, кто в клубе состоял, приходили желающие из самого Прабас-клуба, смотрели этот фильм и давали за него голоса. Голоса отдавали, понравилось или не понравилось. Вот, и вот так вот происходило. Все по очереди показывали свои, кто желал, вот такие снятые фильмы короткие. Ну, где-то там, наверное, не больше 25-30 минут, чтобы не сильно напрягать людей. И потом в конце, когда все уже свои фильмы показали, зафиксировали все результаты голосований независимых. И потом по результатам этих голосований кто-то занимал первое, второе, третье место. Опять же, на очередном общем собрании, в присутствии всех. Там порядка 100 человек приходили, почти 50 человек, членов этого Прабас-клуба, и приходили с женами. То есть было очень много людей. Опять какое-то, значит, в каком-то ресторане с ужином, с обедом, как обычно. И вот торжественно вызывали каждого по очереди, озвучивали, говорили, какой фильм, что вот, завоевал третье место, ему вручали кубок, какой-то подарочек небольшой, потом второе место, точно так же, и первое место. Все эти кубки, они были гравированы именем и годом, и, в общем, за что человек получил этот кубок. И вот у моего мужа, кстати, даже было 6 вот таких вот кубков за все время. То есть вот, считайте, за 15 лет своего членства там он завоевал 6 кубков. Вот ежегодно проводилось такой конкурс, потому что это же было только холодой, когда они куда-то выезжали в отпуск. Но не обязательно первое место, там у него были и второе, и третье место. Но он этими кубками очень гордился и дорожил. И вот вы знаете, я иногда думаю, что а вот если бы мы с ним были ровесники, или хотя бы, ну может быть там несколько лет, все-таки не 20 разница, не поколение, то мы бы с ним, наверное, прожили прекрасную жизнь вместе, потому что мы очень во многом совпадали. Кстати, он близнец был по гороскопу, я водолей, мы и здесь совпадали. Ну вот, вероятнее всего, из-за того, что все-таки разница в возрасте, мы не смогли как-то, знаете, понять друг друга до конца. То есть, вот понимаете, этот Прабас-клуб, если дальше про него говорить, то, как говорится, нам бы поучиться вот так вот все это организовывать и иметь вот такие вот замечательные клубы, где могут люди, пенсионеры, собираться и, в общем, быть, как-то чувствовать себя полезными и нужными. У них еще, вы знаете, была такая классная система оповещения. Я не знаю, может быть, кто-то такое уже слышал и знает, а я так... Для меня было это тоже, знаешь, открытием и очень приятным. Вот они делали так, у них была цепочка. Вот, допустим, что-то надо передать вдруг срочное. Но у них последнее время срочное это было то, что если с человеком случилось несчастье, он либо умер, либо там инсульт, либо что-то еще. Потому что все члены там, я же говорю, выбывали только уже по возрасту. Никто не хотел просто так оттуда, из этого клуба уходить. И вот у них была такая цепочка. Они звонили по цепочке. То есть вот первый узнавал всегда президент этого клуба, потому что он связь держал там с родственниками, или если что-то случалось, то сразу же оповещали президента клуба. Он звонил следующему человеку, который у него уже как бы вот по этой цепочке был на бумажке написан. Этот следующий человек имел на своей бумажке, на памяти там еще одного человека, которому он также звонил. И вот вы понимаете, как классно было придумано, то есть не надо было этому президенту этого клуба обзванивать всех, сидеть на телефоне
50 человек довольно, знаете, дозвониться трудно. А если тебе нужно всего лишь навсего одному дозвониться, то это, конечно, получается элементарно. И вот так вот происходило. То есть в течение дня все члены были оповещены этого клуба по вот этой цепочке. Вот также звонили моему мужу. Я не помню, кто ему звонил, но один и тот же постоянно тоже человек. И он звонил дальше кому-то еще. Это было клево, очень здорово, замечательно, мне очень нравилось. Такие вот вещи, знаете, это как-то они очень здорово все придумывали и организовывали. Ну и потом, тут же видите, какая история. Когда люди уже на пенсии, притом довольно долго, наверное, даже по своим родителям, кто еще не старый, сам может определить, чем дольше человек на пенсии, тем быстрее его забывают. И потом у него уже не остается практически никаких связей ни с бывшей работой, ни с каким-то бизнесом. Дай бог, если есть семья, и если его там в семье как-то еще вот поддерживают. И получается, что когда человек в преклонном возрасте, вот допустим, доживший до 90 лет, уже никого на кладбище не будет, потому что, понимаете, ну, потеряны все связи. А здесь, в связи с тем, что они вот до 90 лет находились в этом клубе, все и приходили, и на похороны тоже, и было много людей, вот больше 100 человек тоже, кто-то приходил там с родственниками. То есть собиралось очень много людей. Даже вот такой вот, может быть, какой-то я не такой уж очень удачный случай вам рассказываю. Но понимаете, что это тоже играет роль. Потому что я помню, когда мамочка моя умерла, я приехала ее на похороны, то возле гроба там было 6 человек. Помимо нашей семьи, 6 человек оставшихся в живых, или кто там, кого мы смогли оповестить, кто вообще смог прийти. То есть, представляете, хотя она у меня всегда была такая очень деятельная женщина, работала на руководящих должностях, а, в общем, прийти проводить уже как-то даже и некому было. Поэтому и в этом плане Пробас-клуб, конечно, играл большую роль и помогал. Ну, также, в общем-то, и на свадьбу, вот на нашу свадьбу тоже, как я вам рассказывала, муж пригласил свою семью и членов Пробас-клуба, а больше у него и не было никого на тот момент из тех, кого можно было бы пригласить. И вот на его похороны точно так же пришли все члены Пробас-клуба, кто смог. То есть вот такую мрачную историю вам рассказываю. Но это все жизнь, и то, что рассказываю, так оно и есть. Такая была помощь и поддержка. И также общение постоянное в этом Пробас-клубе. Там выбирался президент тоже ежегодно. Ну, уже, в общем, заранее там знали, кто последует за тем, кто один сейчас президент, и уже знал следующий, кто будет преемником. Вот, и специально тоже опять в торжественной обстановке, это где-то в начале года было, после Нового года, после Рождества, что старый президент передавал бразды правления новому президенту на год, передавал там какие-то папочки, документы, какие-то деньги, я этого ничего не в курсе, конечно, и, в общем, начинал рулить новый президент. Президент, его полномочия, как я сказала, ну вот что-то такое организовывать. Потом они обязательно составляли, вот новый президент, он составлял вот такой вот как бы план на целый год. Какие мероприятия вот их ждут, и кто, если кто-то хочет, может быть, что-то новое внести, может быть, кто-то там хочет, допустим, если там человек отвечал вот за этот видеоклуб, может быть, он уже не хочет, или кто-то другой хочет и поменяться, то, значит, вот это вот все происходило, все это обговаривалось, они приносили с собой вот эти diary, дневники, ежедневники, у них это все обязательно, и вот записывали себе, что, когда, какие мероприятия. Иногда мы посещали вместе музеи, вот, в частности, мы ездили в музей несколько раз в Саутгемптоне, однажды вот этот вот музей «Титаник», мы посетили тоже с Пробас-клубом. И однажды вот этот вот музей кораблей в Портсмусе, где вот этот самый старинный из сохранившихся кораблей стоит, на котором был убит адмирал Нельсон.
Это все мы с правосклубом, там было все организовано, с обедом, с автобусом, все замечательно. Вот, молодцы такие они были. То есть они не были, они и есть, но, к сожалению, уже теперь функционирует все это без меня. Ну, рассказала, не знаю, что-то, может быть, еще упустила. Ну, в общем, в основном я вам рассказала. Внизу скину видео, которое я рассказывала до этого с оставшимися, с теми фотографиями, которые у меня были. Это я тоже вам сделала видео давно. Вот. Вот такой был Прабас-клуб. И такой он существует. Но там, по-моему, уже члены почти все поменялись. Время идет, старых меняют, заменяют новые. А на этом, друзья, я свое видео заканчиваю. Думаю, что вам понравилась моя прогулка, и вы посмотрели то, что я вам показывала по пути, помимо своего рассказа. Это я вот сейчас на ферму забрела, показывала вам коттедж с соломенной крышей. Ну, все на этом, друзья. Берегите себя. Не забывайте ставить лайки, смотреть рекламу. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. Пока-пока.